Свои личные сугробы сегодня появились у автолюбителей Иркутска. Снегопад в столице региона буквально закопал тысячи машин. Те же, кто, несмотря на снежное море, решил отправиться в дорогу, попали в многокилометровые пробки. Утренние заторы в Иркутске оценивались в 9 из 10 возможных баллов. Чтобы упростить дорожную жизнь города, на раскопки асфальта вышли 116 спецмашин. И они до сих пор продолжают работать.